Во время паводка в регион прибыли на помощь 312 солдат воинской части 68-665 из Астаны. Жители села Бесколь Кызылжарского района устроили им торжественные проводы на место дальнейшей дислокации. В торжестве принял участие глава региона Гауес Нурмухамбетов. Около 16 дней и ночей эти ребята, проявляя выдержку, боролись со стихией наряду с североказахстанцами. Тему продолжит наш корреспондент. 8 апреля 312 солдат воинской части 68-665 вооруженных сил из Астаны приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях региона. Они располагались в спортивном зале школы-лицея «Парасад» села Бесколь Кызылжарского района. Среди военнослужащих уроженец города Тараз Нурдаулет Абдрахымбай. 8 апреля мы прибыли в село Бесколь. Жителями села Бесколь мы проделали большую продуктивную работу. Спасибо всем жителям этого населенного пункта. Нас снабдили едой, всем необходимым. Благодарю местный акимат и коллектив лицея «Парасад». Военнослужащие готовятся к возвращению домой. В течение 16 дней они участвовали в работе по минимизации паводковой ситуации, укрепляли дамбы. Аким области Гауес Нурмухамбетов поблагодарил их за службу. Своими руками отводили талые воды, укрепляли дамбы. Вместе с вами, вместе с нами боролись с водной стихией. Вам хочу сказать сегодня, перед вашей отправкой в воинскую часть, огромное спасибо за ту помощь, которую вы оказали нам. Сегодня на этом работа не останавливается. Самое главное для нас сегодня восстановление инфраструктуры, которая нанесла нам, нанес нам паводок. От имени жителей региона Аким области вручил войсковой части памятный подарок и наградил благодарственными письмами около 50 военнослужащих, которые окончили службу и выполнили свой долг перед Родиной. Камиля Хамидуллина, Улан-Удэ, Анатолий Белоног, служба новостей.